IconBit XDS100 3D T2 – это мультиформатный медиаплеер с полной поддержкой всех Full HD и 3D стандартов, со встроенным DVB T2 тюнером, а также с поддержкой сети интернет. И все это при невысокой стоимости устройства. В комплекте к прибору содержится все необходимое для работы с ним. Блок питания, пульт дистанционного управления с двумя батарейками типа 3А, композитный аудио-видеокабель, кабель USB метровой длины версии 3.0 для подключения к ПК, инструкция на русском и английском языках, набор винтов для монтажа жесткого диска. Плеер имеет привлекательный эргономичный дизайн. Корпус выполнен из матового анодированного алюминия и глянцевого черного пластика. На передней панели расположен небольшой вакуумно-флюоресцентный символьный экран, который отображает основные данные о работе устройства. Пиктограммы HDD и сети, имя системного раздела, время воспроизведения файла. Красно-синий светодиод справа отображает текущий режим работы. На правом торце прибора находится слот для карт памяти SDHC, два порта USB 2.0 для подключения устройств, Wi-Fi, накопители, мышь, клавиатура, порт USB 3.0 для подключения устройства к ПК. На задней панели расположены более специализированные разъемы. Аудио-видеовыходы RCA, видеовыход HDMI, порт локальной сети Ethernet 1000 BST, оптические и коаксиальные цифровые выходы звука, антенный вход и выход. Здесь также находится кнопка для перепрошивки устройства, вентиляционное отверстие, вентилятор, разъем питания. Нижняя часть плеера выполнена из перфорированного металла для лучшего охлаждения. Жесткий диск устанавливается внутрь и крепится за ушки на нижней части прибора. Для подключения существует шлейф SATA и питание. XDS100 3D оснащен мощным процессором Realtek RTD1186DD и HDMI-выходом версии 1.4. Медиаплеер поддерживает выход стереосигнала, а также кодеки Dolby Digital и DTS. Программное обеспечение плеера выполнено на базе мобильной операционной системы Android и поддерживает почти все допустимые медиаформаты – видео, аудио и фото. Эта система обеспечивает множество преимуществ, позволяя работать в интернете, подключать клавиатуру и мышь, превращая ваш телевизор в полноценный сетевой компьютер. Для работы с настольным ПК плеер оснащен скоростным выходом USB 3.0, который совместим с предыдущими версиями. Максимальное разрешение плеера Full HD 1920 на 1080 пикселей. Функции управления при просмотре видео стандартны. Пауза, быстрая перемотка, замедленный просмотр в обе стороны, навигация по файлу, смена аудиодорожки, выбор потока субтитров с их подробной настройкой, функция Go To, позволяющая сделать быстрый переход на любую заданную пользователем позицию фильма, гибкое изменение размера кадра и, наконец, вызов всплывающего меню со списком команд. IconBit XDS100 3D T2 без труда справляется с воспроизведением по сети видео в формате Blu-ray 3DC битрейтом 80 Мбит в секунду. Установленный в данном плеере процессор очень мощный, поэтому вы не столкнетесь с проблемами и для других битрейтов. Предусмотрена функция преобразования обычной картинки в 3D. Кроме того, гибкая система работы позволяет плееру воспроизводить 3D-фильм в обычном формате. Система Android, под управлением которой работает плеер, предлагает дополнительный список медиаприложений – YouTube, Shoutcast Radio, Picasa и многое другое. Возможно, также загрузка и дополнительных приложений. Если пользователю не хватает этих возможностей, к его услугам полноценный веб-браузер. Он несколько медленнее, чем его аналоги на ПК, но вполне функционален. IconBit XDS100 3D T2 совмещает в себе элегантный дизайн, высокую производительность и широчайшую поддержку форматов и дополнительных возможностей. Это делает данный продукт очень привлекательным для киноманов и всех, кому хочется обзавестись умной системой воспроизведения медиаконтента.